Антикоррупционная реформа является приоритетной в Украине не только для чиновников, но и для всех граждан. Ведь согласно социологическим исследованиям Фонда демократической инициативы, главной причиной экономического кризиса предыдущих лет 72% украинцев назвали коррумпированность представителей власти. Другими факторами, которые повлияли на спад экономики, была названа олигархизация экономики и отсутствие стратегии социально-экономического развития. Военные действия на востоке страны как причину снижения экономического развития назвали лишь 30% респондентов. На сегодняшний день главными остаются два основных направления антикоррупционной реформы, рассказывает Ярослав Юрчишин. Это прежде всего готовность демонстрировать эффективность, прозрачность, выталкивать из своих рядов людей, которые запачкали себя коррупцией. Другой момент — это создание таких механизмов, которые бы не позволяли появление коррупции в принципе. Здесь имеем достаточно серьезные успехи. Прежде всего, это система государственных закупок «Прозорро», которая уже позволила сэкономить 4 миллиарда гривен только за этот период времени, за который она внедрена. В украинском обществе на самом деле много говорят о том, что коррупция тормозит реформы. Но, как правило, это явление оценивается лишь с моральной точки зрения. Все знают, что коррупция — это плохо. И мало кто говорит о том, какой ущерб она наносит государству в экономической плоскости. Ныне Украина находится на 130-м месте в рейтинге Transparency International по уровню восприятия коррупции. Польша занимает 30-ю ступеньку. То есть между странами разница ровно в 100 позиций. Если бы Украина поднялась на уровень Польши в рейтинге коррупции, то, например, она смогла бы привлекать прямых иностранных инвестиций больше, чем на 2 миллиарда долларов в год. Это огромная сумма. Это больше в полтора раза, чем на сегодняшний день Украина получает инвестиций. Польша намного раньше начала реформирование своей страны, и сейчас ее экономика в 5 раз мощнее, чем экономика Украины, отмечают эксперты. Это огромная разница. И коррупция – одна из важнейших составляющих, которая отрицательно влияет на ситуацию. Производительность капитала также играет не последнюю роль в развитии экономики государства. Опираясь на результаты исследований, можем сказать, если бы Украина поднялась к уровню Польши, то производительность капитала выросла бы на 6,4%, и это повысило бы ВВП Украины почти на 13%. И таких примеров довольно много. Мы делаем однозначный вывод, что коррупция имеет серьезные отрицательные последствия для экономики. В списке приоритетных отраслей, которые в первую очередь необходимо изменить, реформа органов правопорядка, адвокатуры и судебная реформа. Поэтому любые промедления во внедрении законов в этих сферах могут окончательно подорвать доверие граждан к власти и ослабить силы Украины в противостоянии с внешними угрозами, считают эксперты. Например, судебная реформа, которая стартовала 30 сентября, должна продемонстрировать на практике применение верховенства права к любому человеку. Но если говорить о коррупции или о каком-то там злоупотреблении своим служебным положением, единственное, что на самом деле влияет, это наказание. Пока не будут садить за то, что они берут взятки, практика брать взятки в этой системе будет такая же распространенная, как она в свое время была распространена в тех самых тендерах. Те же самые схемы. На сегодняшний день в Украине самое большое достижение в борьбе с коррупцией – это создание Национального антикоррупционного бюро. Отбор кандидатур на должность главы антикоррупционного учреждения происходил по четко сформулированным требованиям и правилам, которые контролировала общественность. Теперь же еще одна государственная институция будет бороться с коррупцией – это антикоррупционная прокуратура. Почему два органа? Так как в украинском криминальном процессе функции детективов, то есть следствия, и функции процессуального руководства и государственного обвинения разделены. И это правильно. Это мировая практика. Кто-то проводит расследование, кто-то контролирует действия следователя. И потом этот кто-то, детективы в нашем случае, представляют собранные доказательства в суде. Прогрессом в борьбе с коррупцией можно назвать создание Национального агентства предотвращения коррупции и электронную систему декларирования. Дело не в создании многочисленных органов, а в четком распределении обязанностей. Когда страна большая, лучше учреждения разделять, ведь тогда ты можешь конкретно спрашивать с учреждений. То есть эти за декларирование, эти за криминальное преследование. Так как в Украине есть такая украинская практика, когда объединяют в одном учреждении несколько функций, то учреждение делает работу и отчитывается намного проще. Поэтому спасибо не нужно. В борьбе с коррупцией Украина уже имеет определенные положительные сдвиги. Созданы соответствующие антикоррупционные институции. Стартовала судебная реформа. Состоялись изменения в правоохранительных органах. А с 15 августа каждый гражданин может проверить, каким имуществом владеет любое должностное лицо или чиновник высочайшего ранга, вплоть до премьера и президента.
Итак, контроль общественности над деятельностью власть имущих, которых они избирают, уже постепенно происходит. А это качественно изменяет как само общество, так и тех, кто работает на него.